Уважаемые дамы и господа, в синий угол ринга встречайте бойца из города Веракрус, Мексика, Томас Рохас. Ну и первым к рингу двигается Томас Рохас. У него на счету 51 победа, 34 из которых досрочная. 18 поражений на его счету, и надо отметить, достаточно стойкий боец, всего 4 досрочные. Ну и дебютировал он в далеком уже 1996 году. Вот мы видим, заходит Томас Рохас. В красный угол ринга встречайте бойца из России, представляющего город Екатеринбург, Мухаммад Якубов! Ну что ж, друзья, а вот и второй претендент на сегодняшний пояс WBC International. Мухаммад Куджа Якубов, точнее, 24 года этому спортсмену, представляет Таджикистан, проживает и тренируется в Екатеринбурге. 165 сантиметров его рост, дебютировал в декабре 2015 года. С тех пор провел 15 поединков по профессионалам, 15 из них одержал победы, из них 9 нокаутов. У него сегодня очень серьезный оппонент. Его прозвище с испанского переводится как «червь», то есть, видимо, очень такой изворотливый, возможно, такой скользкий будет Томас Рохас. Но посмотрим, как с ним справится Якубов. Ждем начала боя. Уважаемые дамы и господа, представляю вам официальных лиц титульного поединка. Боковые судьи. Николай Сигов, Россия. Эсса Лехтос Ари, Финляндия. Занашир Тазна, Монголия. Хронометрист Татьяна Хурсанова, Россия. Рефери Роберт Варвайс, Нидерланды. Супервайзер WBC Оксана Семенишина, Литва. Супервайзер Федерации бокса России Сергей Хурсанов, Россия. Представляю вам участников титульного поединка. В синем углу боец из Мексики, город Веракрус. Ему 39 лет. Рост 173 сантиметра, вес 58 килограммов, 800 граммов. Профессиональный рекорд 70 боев. 51 победа, 34 из них одержаны нокаутом, 18 поражений, 1 ничья. Экс-чемпион мира WBC, 14 номер рейтинга WBC, претендент на титул. Приветствуйте, Томас Рохас! Его соперник в красном углу. Боец из России, представляет город Екатеринбург. Ему 24 года. Рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд 15 боев. Во всех одержанные победы 9 из них нокаутом. Седьмой номер рейтинга WBC. Восьмой номер рейтинга WBO. 15 номер рейтинга IBF. Действующий чемпион WBC International. Непобежденный Мухаммад Якубов! Okay, guys, you know my instructions, so you know what I expect. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Good luck. Друзья, ну вот главное событие вечера. Мы дождались. Бой за титул WBC International. Супер полулегкий вес. 58,8 лимит. Ну и стоит отметить сразу, что для Томаса Рохаса это не родная весовая категория. Он в первом наилегчайшем начинал свою карьеру и был чемпионом мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе. Ну, а сейчас 58. Не стоит начинать. Не стоит забывать, что начинал он свою карьеру в 96-м году, и после этого прошло почти 25 лет. Да, 24 года уже прошло. И многое поменялось. 39 лет Томасу Рохасу, у него за плечами 70 профессиональных поединков. Но без сомнения, конечно, это очень опытный, искушенный боец. Куда не торопится пока
боксеры. Хорошо джебом попадает Мухаммад Фаджа. Якубов, надо отметить, как мы уже говорили, готовился в зале у Фредди Роуча и получил очень хорошее одобрение. И даже в инстаграме у этого тренера было прочитано, что с удовольствием поработал Фредди Роуч Мухаммад Ходжо Якубова. И мы даже видели кадры во время предыдущего боя, как Мухаммад приехал в академию и в раздевалке через видеосвязь даже пообщался с Фредди Роучем. Да. Хорошее попадание от Мухаммада. Четко, точно. Своего подопечного не забыл Фредди. И еще одно попадание. И мне кажется, он пробил сейчас. Да-да-да, мне показалось, качнулся так на ногах. Рохас. Немного, да, есть. Ну и стоит, конечно, отметить, очень высокий даже для этого веса Томас Рохас, 173 сантиметра, то есть выше среднего, скажем так. Если представить, что он в Мухачах дрался, то он вообще был, наверное, гигант. Отличный удар в корпус пробивает. Мухаммад начинает раскачивать на ногах, умеет это он делать. Все видит пока на средней дистанции Мухаммад. Хорошо достаточно защищается. Ну и да, пока нечем удивлять Мухаммада мексиканцу. Пока что совершенно спокойно он работает. Но с другой стороны, преимущество опыта в том, что он проявляется по-разному в разное время. Пока что Мухаммад себя комфортно чувствует в ринге, судя по тому, что я вижу. Но опять же, такое большое количество боев в профессиональном боксе. Это такая на иммунитет и может подстроиться Рохас потихонечку, поэтому... Начинает он адаптироваться. Ну идет Рохас, несмотря на то, что у него есть преимущество в росте, так идет вперед, пытается где-то обострять на среднюю дистанцию. Все-таки мексиканские корни дают о себе знать. Да. Раунд закончен. Нормально, не давай инициативу. В конце отдал, инициативу тебя поджал. Да? Постарайся не отдавать центр и джебом побольше. Ты лучше хорошо бьешь. Долби туда. Только не одиночными, а постарайся два. Два-три пробить. А джеб можешь одиночный, а потом, когда будешь бить, атакуешь. Тут два-три удара, хорошо? И чередуй. Просили от Якубова в перерыве не отдавать центр ринга, не сжаться к канатам, больше работать с дистанцией. Ну и чередовать атаки в туловище в голову, что в принципе Мухаммад Ходжа умеет очень хорошо. Отличный удар в корпус. Вот и чередование, о котором мы говорили. Вот в два этажа отработал Якубов. С глаз к туловище перевел на корпус, на голову. И тут же попадание. Строго выполняет план своего угла Мухаммад Ходжа. Практически не пятится он сейчас канатом, ведь двигается вокруг своего соперника. Отлично отзащищался сейчас. Рохас внимательно следит. Хорошо по корпусу попал. Ну и Кубов пока что такими одиночными уколами старается поражать мексиканца. Смотрит. Комбинация была достаточно быстрая и попал вот там Якубов. Провалил Мухаммаджо. Но не нужно торопиться Якубову. Пошел на обострение Томас Рохас. Ну, достаточно уверенно защищался там Мухаммад Ходжа. Вот так вот за счет финтов выдергивает на себя Якуба своего соперника. Пока не включается он своими такими многоударными комбинациями. Возможно, выжидающая тактика в первых раундах у команды Якубова.
12-раундовый поединок все-таки. Да, время есть. Да. Предостаточно. Снова попадает в туловище Якубов. Отлично ловит навстречу здесь. И вот это большое количество ударов по туловищу все-таки, я думаю, могут сказаться в поздних раундах. Опять корпус пробивает хорошо Якубов. Подсказывают ему из угла, добавляя удары в голову. И мы, так видно, даже задышал. Рохас. Ну, видимо, да, удары в корпус все-таки возымели свой эффект. Да. Но видно, насколько сконцентрирован Якубов. Он никуда не торопится. Максимально хладнокровно старается работать. Вот отличная двойка. Вот достиг они переводы, которые мы его просили. Цели. Пока мало что получается у Рохаса, кстати. Мексиканец не дает о себе знать, скажем так. Не успевает на ногах тут очень сильно Томас Рохас. Пытается где-то. Убился в концовке. Два раунда позади. Третий раунд. Сразу рванул так вперед Рохас. Да, мексиканцу надоело, видимо, ждать. Также пытается акцентированно работать по туловищу Рохас. Понимает мексиканец, что нужны эти удары. Ему как-то нужно замедлить, попытаться замедлить Мухаммада Ходжу. Вот вроде бы есть преимущество у мексиканского боксера в росте, но он постоянно идет вперед, постоянно пытается навязать ближнюю среднюю дистанцию. Хорошая комбинация от Якубова. В принципе, пока очень точен Мухаммад. Не делает лишних движений, не наносит лишних ударов. Но он понимает, все-таки действительно, 18 из 18 поражений, всего 4 досрочных. Да, он не заряжается на нокаут, это правильно. С Рохасом нужно боксировать. Боец, да, достаточно хорошо, видимо, держит удар относительно. И поэтому пока рано, видимо, включаться на полную. При всем при этом достаточно уверенно защищается Мухаммад Ходжа. Видит все атаки своего соперника. Очень коротко и так жестко, сухо ударил справа по туловищу Рохас. Хорошая поддержка в зале, мы слышим это. Там по корпусу Рохас попал. Рохас настырно идет вперед. Этот огромный опыт. Ну да, его сложно чем-то удивить или напугать. У него есть четкий план на поединок, и он пытается его реализовать. Попытка такого апперкота от Мухаммад Ходжи была достаточно успешной. Но вот смотрите, первый раз, мне кажется, так попал вскользь с дальней руки Рохас. Пытается так за счет темпа все-таки навязать Якубову вот такой вот высокий темп. Отличный удар по туловищу. И там ниже пояса Рохас попал, показалось мне. Да-да-да, было низко. Якубов до этого попал хорошо очень в корпус. Но пока очень нервный бой. Вот такой до первой ошибки. Никто из боксеров не старается не раскрываться. Поэтому начинает пока очень нервно. На ногах здесь Мухаммад Ходжа. Огромное количество ударов пробивает по корпусу все-таки. Почтальон. Да. Да. И в голову попал Мухаммаджа. Ждем следующий раунд. Слушай, давай не будем. Руки хорошо. Дыши.
Все как? Хорошо идешь, молодец. Чуть правую, короче, бей. Замах большой, бьешь по затылку, не попадаешь точно. Короче, бей. Прям в обод, может, прямой прям. Коротко. И в серии хорошо работаешь. Давай сейчас по серии. 2-3 серии. Четвертый раунд. И третий раунд был достаточно такой опасный со стороны Томаса Рохаса. Очень много. Да, начал включаться Томас. Мексиканец попер вперед. Ну и плюс все-таки высокие ставки в этом бою. WBC International – это серьезный титул. И, кстати, Томас Рохас им в другой весовой категории, правда, но уже владел. Во флайвейте он был интернациональным чемпионом. Мы видим, что очень настроен и вновь хочет его заполучить. В 39 лет в другой весовой категории почти сказка. Ну и вот активизировался очень сильно в этом раунде Рохас. Неплохо защищался сейчас Мухаммад. Мы знаем, Якубов умеет работать вот так вот на дистанции, умеет кружить на ногах, но пока он не включается, не отдает пространство, не пятится. Он даже где-то встал и попытался так обменяться ударами с соперником. Ну, это, опять же, распределение сил по дистанции, мне кажется. Томас Рохас вообще, скорее всего, рассчитывает на вторую половину, если не на последние 4 раунда. Да, вполне возможно. Просто потому что 39 лет, об этом не стоит забывать. Выносливость штука сложная. Но мы видим, такой высокий темп продолжает навязывать все-таки. Рохас. Опасный правый крюк так пробивал Рохас, хотя, несмотря ни на что, у Якубова была рука на месте. Ну вот уже Мухаммад отвечает. Хорошо сейчас на ногах ушел Якуба, но Рохас становится все более резким, все более стремительным. Он все более постепенно наращивает темп. Это точно. И это опасно. Это всегда наступает этот момент, когда начинает соперник тебя обгонять и не всегда успевает на это отреагировать. Нужно быть очень внимательным Мухаммаду. И вот те удары с дальней руки, которые вроде получались у Мухаммада в начале, сейчас уже приступился к ним. Все-таки этот огромный опыт адаптировался. Отличное попадание правым крюком от Мухаммада. Четыре раунда позади. Да. Пятый раунд. Ох, какой плотный удар по туловищу пробивает Якубов. Еще раз туда же Мухаммад и добавляет сразу же правый боковой.
Отличное еще попадание от Якубова. Да, точно. Бороду. И снова. О, хорошо. Мексиканец очень крепкий. Он, да, улыбается, значит, почувствовал, да, друзья. Якубову главное не поддаваться на провокации. Потому что провокации сейчас начнутся. Да, я думаю, за огромную свою карьеру Рохас большое количество имеет ловушек и всяких уловок. Да. Тузов руками, я думаю, у него несколько. И Кубову надо не дать возможность их разыграть. Стал оставаться тут на средней дистанции Мухаммад. И, в принципе, достаточно комфортно защищается. Умеет он защищаться корпусом. Так опасно по туловищу пробивает Рохас. Мексиканец умеет туда бить. Бьет постоянно. Хорошо, двойной удар с дальней руки. Двойка, да. Вот так нужно почаще работать Мухаммаду. Не зацикливаться, но я про, скорее, формат, чем про конкретную, да, комбинацию. А привыкает к одним и тем же углам, да, своих ударов все-таки Рохас и начинает достаточно автоматически быстро защищаться. Якубов меняет эти алгоритмы. Правильно делает. К тому же, стоит заметить, у Мухаммада достаточно широкий технический арсенал, да, и он может менять эти алгоритмы, и даже часто. Опять так идет вперед. Рохас заставляет пятиться он Якубова. По корпусу попадает. Ну и вот, мне кажется, немножко подбил спесь мексиканца Мухаммад в начале раунда. Своими точными попаданиями. Куда-то, да, да, куда-то пропала вот эта резкость из прошлого раунда, которая появилась у мексиканца. Стало ему чуть потяжелее, видимо. Снова слева попадает. Отличные, резкие боковые удары у Мухаммада. Но, знаете, вот защиту корпуса не нужно, пытая, да, показывает, да, здесь Рохас. Вовлекает Мухаммада вот в этот размен. Нужен ли он Мухаммаду? Вот, да, если честно, главный на вопрос. На данном этапе поединка. Да. Мне кажется, рано. Я считаю, что... Левой налево убили. И защиту корпусом продемонстрировал уже Якубов. Ждем следующий раунд. Все, молодец. Только снизу не поднимаешь. Поднимись. Это пятый. А, шестой будет. Шестой. Мы ведем пока. Все спокойненько. Так же с дистанции. Двойки, тройки идут шикарно. Атака, Якубов ушел. Понял? Шестой раунд. Мухаммаду Якубову подсказывали в углу, что все, в принципе, хорошо. Комбинации все проходят, все идет. Двигайся, никуда не торопись. И мы действительно понимаем, что поединок только подходит к своей середине. Да. Поэтому куда-то торопиться еще рано. Торопиться, в принципе, с таким опытным соперником никуда не нужно. Иначе можно нарваться на неприятности. С торопливостью приходят ошибки, которые пока Якубов не допускает, и это для него хорошо. Вот Рохас активизировался. Опасно черканул, да, дальней рукой он так. Ну вот то, о чем я говорил. Территория Рохаса вторая половина боя. Да, я думаю, он ждал. Несмотря на то, что разница в возрасте 15 лет. Да. Да. Не в пользу Рохаса. Да. 39 ему, 24 Якубову. Такая трехударная комбинация от Якубова. Голова, корпус, голова. И сразу начинает защищаться. Ну вот Рохас включился, да, шестой раунд. И, видимо, какой-то тумблер там у него переключился. И гораздо тяжелее стало Якубову.
Я думаю, вот так вот и будет от раунда к раунду пытаться наращивать. Рохас это точно. Бьет везде, мы видим. Даже в блок он старается ударить сильно. Так, хорошо. Попало перкотом здесь Мухаммад. Непростой, непростой раунд для Якубова. Совсем по-другому стал резко работать мексиканец. Просят больше комбинационной работы из угла у Якубова. Хороший боковой попадает в передние руки Якубов. Да. Еще один. Отличный эпизод для Мухаммада. И только прекращает свои атаки Мухаммад Ходжа, тут же включается Рохас. Снова попытка удара через руку от Якубова. Отлично контрпанчером в этом бою работает Мухаммад. На атаку соперника отвечает. Позвание руки проводит, да. И, в принципе, пока чего-то такого не пропускает. Опасного, хорошо снова левый круг достигает цели от Якубова. Мухаммад пока что спокойно нейтрализует все атаки мексиканцев. Да, действует правильно, рационально. Да. Шесть раундов прошло. Да. Сразу в начале раунда оказался поджатым в угол Якубов, но там быстро отзащищался и из угла ушел. Но Рохас, если вы заметили, такой всегда выходит очень энергичный после перерыва. Сразу же включается, сразу начинает давление, не дает каких-то таких пауз. Видимо, имеет место накачка хорошая в углу. Да, такой плюс заряд своему бойцу дают. Так, видимо, хорошая форма у Рохаса быстро восстанавливается. Есть у него вот к этому возможности. Слева. Ой, прошу прощения, с правой, конечно же, попал Якубов. Встал тут немного на месте, принял на защиту несколько ударов. Перед Рохасом вставать нельзя, это лишнее. Но опять не стоит забывать, что тяжело постоянно двигаться на ногах, особенно с таким соперником, который вот так вот прямолинейно прет, пропуская встречные где-то удары. Мне кажется, задышал Якубов. К седьмому раунду стало уже тяжело этот темп держать. Как многие бойцы говорят, которые проходили 12-раундовые поединки, что ближе к 8-9 должно открыться второе дыхание. Опасно Рохас бил слева через руку. Ну вот, значит, сейчас для Якубова самый опасный отрезок. 7-й, 8-й, 9-й, вот эти раунды. Плюс Рохас будет с каждым раундом наращивать, потому что вторая половина – это его вотчина. Да, как минимум он вот раунда с 4-го вот этот высокий темп держит. И такое постоянное давление. Девять раз в своей карьере Томас Рохас проходил дистанцию 12 раундов полностью. Представляете, какой опыт. Невероятный опыт. Это я к тому, что вторая половина – это действительно его территория. У него огромный опыт работы в этих длинных поединках. Умение работать на поздних раундах. И, кстати, несколько раз сейчас попал с дальней руки Рохас. Опасно он бьет. Ну вот, Мухаммад всего дважды проходил эту дистанцию, но тоже опыт есть. У нас так немножечко упал темп в этом раунде. Ну, как мы говорили, Рохас начинает раунд очень остро, а потом так ближе после второй минуты начинает так немного сваливаться и начинает больше идти в клинч и навалом. Так.
Ну, стал промахиваться Якубов в этом раунде. А вот теперь попал. И тут еще локоть туда. Приглашает на рубку сейчас мексиканец. Но на то он и мексиканец, друзья. Совсем скоро следующий раунд. Терпи на ногах. Не надо стоять. Вообще на седьмом дыхе. У тебя преимущество, твои ноги. Пускай мимо бьет, он открывается, ты наказываешь его. Восьмой. Продолжается у нас титульный бой за пояс WBC International. И это уже восьмой раунд. Весовая категория 58,8 килограмма. Есть болельщики Мексики у нас в зале. Но за Мухаммада здесь болеют больше, конечно, да. Ну и вот, активизировался Рохас. Сразу чувствуется, что гораздо быстрее стали его движения, гораздо резче он стал работать. Вот это то, о чем мы говорили. Мексиканец будет включаться. Его момент еще не настал. Он да, пока ждет. У него есть ресурс к обострению. Он идет постоянно вперед. Много крюков выбрасывает. Вот. Главное сейчас для Мухаммада быть готовым к этому моменту. Не прозевать, когда включится мексиканец. Не отдать ему инициативу. Постараться, скажем так, его работу перекрыть своей. Но с другой стороны, опять же, если рассуждать о выигранных раундах, мне кажется, на данный момент у Якубова прекрасная подушка да. безопасности из раундов. Я не буду называть конкретные скажу. Цифры на всякий случай. Хорошо попал, кстати, до этого в эпизоде. И по корпусу Мухаммад. Сейчас Рохас дважды вставил опасно. Пытается здесь поймать Якубов своего соперника хорошим плотным ударом. Но, да, заметьте, быстро восстановился Рохас и сразу включился опять. Апперкот так очень узко попытался заударить в разрез здесь Якубов. Так немножко качнуло назад Рохаса, но мне кажется, это он оступился. Ну да, там скорее на ногу ему наступил Якубов, если я ничего не путаю. И слева опасная, тут же справа. Вот эту руку не надо, мне кажется, Якубову. Это не его работа. Это работа Рохаса. Видно, как тяжело дышит Якубов в таком темпе. Перемещаться очень сложно уже в восьмом раунде. Но на ближней дистанции тоже застаиваться не стоит с Томасом. И поэтому начинает хорошее попадание. Ужалил. И тут же ушел. И еще одно попадание слева. Вот эти удары очень важны. Они сейчас сразу переводят мексиканца на голову. И сразу, я думаю, подумает о своем поведении мексиканец. Хорошая концовка для Мухаммада. Рохас тоже включается. Реваншист пошел с крюками вперед. Причем мне локти кажется, очень узко держит. Что возможность на апперкот подцепить, но чуть-чуть не успел Якубов. Впереди все самое интересное. Девятый раунд ждем. Попадание в самом начале девятого раунда и от Мухаммада. Да. Не ожидал он. Да, сам пошел вперед, он наскочил.
Ну, для Якубова это отличный козырь, чтобы продолжить работать в этом раунде. Пробивает. Ох, еще попадает. Отличные удары. Вот эти самые опасные раунды, то, о чем мы говорили, очень уверенно проводит Якубов. Возможно, второе дыхание открылось у Мухаммада. Девятый раунд, уже пора. Стал опасаться этих ударов Роха. Совсем по-другому стал себя вести по сравнению с прошлым раундом. Опять стал защищаться много корпусом, изворачиваться. Ну, в принципе, его прозвище говорит само за себя. Да. Червь, как мы уже говорили. Такой он изворотливый. Ну и плюс, учитывая, что он начинал в 58, да, высокий, то у него, да, достаточно неатлетичный. Да. У него действительно было ему в пору прозвище Червь. Молодец, отличная двойка с корпусом на голову от Мухаммада. Ну и, в принципе, очень уверенно работает Якубов. Причем, казалось бы, гораздо опытнее мексиканец. Но мне кажется, сейчас сложилась такая ситуация, что это уже Рохасу нужно что-то придумывать и пытаться удивить Якубова. Потому что Якубов пока своего соперника читает, ну, практически полностью. Мне кажется, все-таки так открылось второе дыхание, да, Мухаммада. Он стал посвободнее гораздо дышать. Увереннее, расслабление, да. Снова вернулась к нему такая вот эта скорость, да, стартовых раундов. И снова больше начал двигаться на ногах Мухаммад, закручивать. Он насколько опасно бьет свои вот эти крюки все-таки. Мексиканец прям хлещет ими, причем бьет очень коротко и узко. Знаете, опять включился здесь мексиканский боксер. Видимо, решил забрать концовку раунда в этот раз. Да, он понимает, что он очень много пропускал в начале и пытается забрать концовку. Ох, как опасно. Пытается пробить в печень Рохас. Пытается подавить. Хорошо попадает. Рохас пропускает левый боковой. Но с другой стороны, он уже очень много их таких скушал, да, и даже ни разу не пошатнулся. Держит их. Да, спокойно абсолютно выдерживает мексиканец. Ох, сейчас снова пропустил на скачке. И аж улетел, потеряв равновесие. Мексиканец. Ох, хорошее попадание. Вот это плюшка под конец раунда. Под конец раунда. Мухаммад Якубов буквально подловил сейчас на атаке мексиканца. И вот таких ударов ему нужно побольше. Но мексиканец крепкий. Мексиканец выдержал, спокойно, да, сидит, даже улыбается до сих пор. Хотя такой тяжелый удар. Да, да? Уж очень тяжелый. Главное, навстречу еще тут поймал. Тут затылком не коснулся он, да, своей спины. Друзья, следующий раунд. Передернуть, самому атаковать, его провалить. Смотри, где там идет коса на коса. Не надо рисковать такой. Осталось два раунда. Это десятый? Три раунда. Понял? Идет дистанция. Комбинации хорошие, комбинациями работает. Друзья, мы успели насладиться повтором заключительного удара в прошлом раунде. Это было очень красиво в замедленном повторе. Да, видеорежиссеры нам показали несколько раз это попадание. Действительно, хорошее было попадание. И, возможно, не в лоб, а чуть-чуть ниже попади. Да, Мухаммад, да, все бы могло закончиться. Ну и плюс, в какой-то мере, не то чтобы повезло, ну то есть правильно сделал Рохас, что широко ноги расставил, иначе бы, я думаю, они подкосились. Уверенно, плотно, да, он стоял. Действительно плотно стоял, ну и плюс там сразу был гонг. Ну и у Якубова то самое второе дыхание, судя по всему, открылось. То, о чем мы говорили ранее, он гораздо быстрее, гораздо увереннее стал работать. Вот сейчас показалось мне низковато очень ударил Томас, но он не стал жаловаться здесь. Ну да, кстати, Мухаммад не апеллирует к рефери при любом удобном случае. Но, как мы говорили, сейчас приехал только со сборов из Соединенных Штатов Мухаммад, и я думаю, там большое количество спаррингов он проводил именно, да, с мексиканскими боксерами. Они бьют очень много по туловищу. Отлично, так на отходе трехударной комбинации попадает Якубов.
И очень уверенно работает Мухаммад. Быстро, скоро дай. Опа! Молодец. Опасно очень пятиться все-таки от Рохаса на дистанции. Слишком длинные у него руки. Его ищет свой момент сейчас Рохас. Да, начал двигаться, начал очень много защищаться корпусом. Много Мухаммад стал, кстати, длинные паузы брать. Возможно, зря. Вот эти длинные паузы, отходит на дистанцию. Он дает время мексиканцам подумать, спланировать свою атаку. Мне кажется, он зря это делает. Нужно сбивать с толку мексиканца. Отлично получилось. Хорошая комбинация. Вот этими ударами они не дают ему думать, потому что боль мешает. Вот включился Рокас. По корпусу за локоть там попал и немножечко забегал. Якубов. И клинчует Мухаммад. Это нехороший знак. С другой стороны, возможно, решил немножко сэкономить силы на концовку. Да, Мухаммад чуть подубавить, понимает, что есть определенный запас, скажем так. Я думаю, после этой паузы Мухаммад попробует еще так сделать один спурт в конце этого раунда. Да, сейчас услышит он молоточек, оповещающий о том, что осталось 10 секунд и полетит вперед. И попытается. Да, да. Ну, повторить удачную концовку, да. Как в прошлом. Ну вот, да, вот эти удары, к которым мы уже привыкли, которых не было сейчас какое-то время в 10-м раунде. Буквально влетел своего соперника мексиканец, и впереди самые настоящие чемпионские раунды. Да, друзья. Одиннадцатый раунд. Серийно начал его Мухаммад. Пробивает, тут же уходит, не остается на ногах. Рохас плотно встал. О, Рохас попал, на всю ступню, видимо, идет вперед для того, чтобы попытаться порубиться там. Высоко перчатки держит Рохас, так готов принять какие-то удары, но лишь бы оказаться на ближней и средней дистанции и зацепиться за соперника. Вот эту бомбежку по туловищу не прекращает Рохас на протяжении всего поединка. Хорошая четырехударная комбинация от Якубова. Быстро, легко и уходит на ногах. Вот, кстати, в какой-то мере, наверное, даже пророческим было видео, которое нам показали перед боем, потому что рассуждали там о том, чей же ритм возьмет вверх в этом бою. И мне кажется, пока что ритм Мухаммада Якубова управляет этим поединком, скажем так. Да, его барабаны пока гораздо эффективнее. А уже 11-й раунд тем временем. Начинает кружить Мухаммад вокруг своего соперника. Возможно, решил все-таки, да, вот эти два раунда взять. Ну, не то чтобы перерыв, но то есть чуть сбавить обороты, чтобы потом в 12-м опять же, все деньги, как говорится. Постоянно бьет по корпусу очень много вот этих крюков, узкие и короткие. Рохас очень опасно. Ну, локти часто на месте у Якубова, на самом деле, не так много в этом бою он пропустил в корпус. Опа, вот хорошо, развернул, сразу ударил. Снова включилась группа поддержки Мухаммада. Так вот, да. Этот оверхенд был ожидаем для всех, включая Мухаммада. Слишком так много бил по кругу. Да, и провалил Якубов там. И готовил после этого. Хорошо, ушел. И зациклился, мне кажется, на корпусе Якубова сейчас Рохас. Там практически полностью открыта в некоторые моменты голова у Якубова, но туда не бьет Рохас на ближний. Продолжает обрабатывать корпус.
Снова начал кружить на ногах Мухаммад. Хорошо, хорошо, двигайся, двигайся, играть. Не дает он за себя зацепиться своему сопернику. Снова оверхенд половил, да, Якубов. Но Якубов все видел, он прочитал движение, выбросил свой удар. Друзья, нас ждет 12 раунд. Сейчас играем, играем, только не пропустить. Понял? Сейчас двигаемся, играем, понял? Легко, быстро, без заруб, без всего. Либо бежи, либо убегай. Понял? Так. Уважаемые дамы и господа, итак, нас ждет заключительный раунд боя. Боксеры поприветствовали друг друга в центре ринга, и нас ждет заключительная трехминутка. Да, 12-й раунд. Тянет, тянет на себя Мухаммад. Снова так навалом летит вперед мексиканский боец, пытаясь пробить по корпусу. Все видит Мухаммад, все удары в блок, чего-то он не пропускает. Сам достаточно хлестко бьет передней рукой. Ну и совсем уже читает вот эти атаки соперника Якубов. Под некоторые просто уже, мне кажется, на автомате сбрасывают боковые, они доносятся до цели. А вот это да, вот это зря. Вот это сейчас хорошая была комбинация. Провалил и тут же ударил очень красиво на ногах. В такие моменты он преподает такие уроки работы на ногах, как левши. Отлично попадает. Да, успел смягчить там Рохас, так ну да, дернул головой. Ну вот это уровень, это опыт. Понял Мухаммад, сколько остается времени, понимает, что есть у него еще силы, да. И включился. Правильно делает, отступать-то ведь уже некуда, 12-й раунд. Да, он понимает, что на 12-й раунд у него есть силы. Да. И включает хорошее попадание снова слева от Мухаммада. Но, надо отметить, держит мексиканский боксер, показывает стойкость. Отлично, хорошо, да, поймал, руки. Поймал, застоялся на одной ноге там Рохас. Да, обратите внимание, да, потерял равновесие на секунду. Подвижность какую включил на ногах все-таки Мухаммад, насколько он начал ну, закручивать вот, много. Скопил да. силы, скажем да. так, сэкономил в предыдущих раундах и теперь пользуется этим резервом. Хорошо, снова в разрез попадает Якубов. Сколько раундов уже так принял на себя сейчас? Рохас в этом раунде, но надо отметить очень его много стойку. Раундов он принял на себя. Сколько ударов. Да. Ударов, да. Так он за этот поединок, ну я не знаю, честно, мне кажется, там за сотню попаданий перевалили у Якубова. А в 12-м точных было очень много. Да. Молодец, Якубов. Это, конечно, не буду я использовать слово дикация, но очень, очень уверенный поединок в исполнении Мухаммад Худжи Якубова. Дает промахнуться подгонку своему сопернику. Мухаммад показал свой класс на 100%. Нужно послушать сейчас, каким счетом отдадут да. все-таки судьи. Будет это интересно. Очень интересно. Отдадут ли хоть один раунд в пользу мексиканцев? Посмотрим.
Уважаемые дамы и господа, итак, представляю вам счет судейских записок за поединок за титул WBC International. Судья Сигов 118-110, судья Лехтосаари 117-111, судья Тазна 119-110. Победу единогласным решением судей одерживает и остается чемпионом WBC International Мухаммад Якубов. Ну что ж, друзья, третья успешная защита этого титула, этого пояса в карьере Мухаммада Якубова. Кстати, отвечая на твой вопрос, коллега, все-таки отдали раунды. Да. Рохасу судья, один судья даже 3 раунда ему отдал. Но, тем не менее, уверенная победа единогласным решением судей. И на этом вечер бокса в Екатеринбурге подошел к концу. Сегодня для вас работали Александр Камельков, Тимур Салимов и Алексей Уралец. До новых встреч, друзья!